Давай. И герой. Заявляю заранее. И тосковать, если ты не придешь на свидание. Эх ты! О, побалдели и хватит. Ребята, если хотите, как это, полноценно послушать концерт, тогда милости прошу к нам туда-сюда в ресторан. Королёва 88, дроп 1. Одесситы знают, те, кто собирается в Одессу в гости. Такие вы уже тоже знаете. Друзья, всем привет. С вами я, Скрип Иван. Привет, мои хорошие. Эх ты! Друзьяки! Опа! Обычно у нас ругает Марат. Выключили? Звонят, бронируют на плов. Сделай паузу. Все, сколько? 5 порций? Да ладно, елки. Через сколько? Через. Да вот сколько там. Вот сколько надо, столько и надо. Все, не ел. Вот так вот я принимаю заказы, елки-палки. Все, ребята, такие, пардоньте, ставлю на беззвучный, чтобы мы быстрее что-то сняли. Короче, все не то чтобы в Одессе, уже и во всем мире. А я с тобой поздоровался? Да. Друзья, всем привет, с вами Детский Репан. Привет, мои хорошие. Ты не ренданул Марат, свою большую всем рынду. Всем шалом, ты должен сказать. Всем шалом. У меня сбой говорил в программе. Отвык я уже здесь в рынду дергать. Мама дорогая, а тут так по-серьезному, ребята, да, Марат? А тут не рында, тут я даже не знаю, колокол морской. Короче, что я хотел сказать. Хочу вам представить этого человека, чье рукоблудие доводит, да не знаю, до оргазма даже любого вегетарианца. Несмотря на то, что он работает с мясом. Короче, Марат сегодня исполняет плов. Шикарный, замечательный, вкуснейший плов. У нас почти каждые выходные что-то вкусное происходит в этом казане. Долго говорить не буду. Рис просто сказка. Лаза. О, ваш любимый Марат. Пару кусочков сарпанджи. Да. Кать, ты посмотри, какой он красивый сегодня. Никелийский, конечно, Сережечка. Ну, да, да, никелийский, не бубочка, а бубочки. Да слушай. Ну, такой вытянутый. Ну, для плова это то, что надо. Угу. Ёшкин ты кот. Что тут? Да не что тут, ты посмотри, что у него. Дефицит такой оторвал на привозе сегодня вообще. Как? С мясом. Ну, такое, коллапс. Серьезно? Да, что-то сегодня именно вот этой части, что мне нужна была, не было ни у кого. Взял антрикотную шею, такая шея, которая ближе к... Да не жалуйся, а ну хотя ты же еврей, жалуйся, жалуйся. Да. Нашел и слава богу, короче, что я могу поджигать, что-то будем груди, делать, груди. Ну да, сарпанджа, а куда ж без нее, морковка. Целый кулек? Катя, 5 тоже, килограмм, елки-палки. Сразу же струганную? Все, так куда ты, с Казахстана прислали, ты посмотри. Ёшкин кот, как рисинка, размер в размер. Ну что, пошло-поехало? Поехало. А курдючок имеется? Нет, сегодня без курдючка. Как? Марат! Да-да-да-дан-да-дан. У нас... Сейчас у Сережи возьму, если будешь. У нас есть чекушечка замечательного, то без чего не получится вряд ли. Вы умеете без курдюка? Зигер. Да, конечно, получится. Не, я не сомневаюсь, что получится. Зигер есть, рис хороший есть, мясо вкуснейшее есть. Ну что ты? Ну извини, сегодня без курдюка. Класс. Бальзам мне на душу. Что, тоже не досталось? Слушай, зима почти прошла, я не покатался. Елки ты палки. Я ж специально на них напердолил красные шнурки, чтобы не забыть. Эх ты, Сергей. Эх я, а морозы какие хорошие были стоячие. Так, Марат, я поджигаю. Смотри, сколько нас здесь не было, оно все работает. А ты что? А ты что, сомневался, я не могу понять? Гай-гуй. Он, наверное, бедный казанчик, заждался тебя? Не, ну я же, видишь, какой ухажер, елки-палки. Не помню, что мы здесь крайне готовили. То ли борщ, то ли уху, то ли что-то мы готовили. Ну я его надраил, так, нализал, да? Его так, ты что? Только не завидуй, Кать. А что мне завидовать? Потому что такая любовь у меня только с казаном. Может быть. Что еще? О, обязательно, сабер, это наклеечка та, что осталась. Вот сюда. Гриликс, благодарю за такие шедевры. Слушай, она морозит, она по-другому скручивается. Так ты ее занеси туда, пусть она там погреется. И мы ее наклеим, да? А потом наклеим. Все, любовь моя. Ты что, имею умную женщину? Повезло. Спасибо. Тебе. Да, пожалуйста. А, еще как? А. Так, пусть полежит, это никому никуда, это моя. Несказанно. Герой гражданский, махновец партизанский. О, котов кормит. Сережка, ну ты, конечно, тут так неприлично навел порядок, прям я вот не знаю. Катя. А, или тут все, что необходимое у тебя вот есть. Вот этот бардак и называется порядок. Просто я привыкла к изобилию такому, знаешь, когда полочки аж, как это... Да, любовь моя, тут все, что надо для счастья, елки-палки. Особенно вот эта бутылочка, сильно долго показывать не буду. Это такой термоядер. Ну, чтобы ты понимала, это бомба атомная у меня в руках. Да? Да.
Да вся Мексика ляжет, короче, и все те, кто любят острое. Вот это! Ребята, если вы собираетесь таки к нам, скажите, Липованчик, дай мне с этой бутылочки маленькую зубочисточку лизнуть. Вот я макну тебе, всуну и... И многие говорят, лучше бы ты не всовывал. Так ты что, такой кирогаз? Это именно это вытяжка из халапеньо, я даже не знаю, хабанеры какой-то. Ну, очень ядерный перчик. Все, ну все есть. Что тебе еще надо? Ну что, все. Мешалки, лопатки, совочки, дергалки, дрыгалки. Все на базе. Так. Добить китов у кромки льдов, рыбьим жиром детей обеспечивать. Василиса, а поправилась ты, посмотри, у тебя что, спина от ротвейлера, елки-палки? Ай-яй-яй, смотри. Слышишь, а где эта штука с Инстаграма? А Марат, короче, смотрел вчера омлет. Ага. Там ты сбежали? Доходит а ты до знаешь, этого сколько момента? Людей написало в комментариях, что ко всем сбежались? Ребята, это такие правильные звуки. Что, прибежали, Марат? Прибежали троем на свете, а я сидел в другой комнате. И смотрел за омлет. Они как сбежались, прям как дикие. Не, я здесь боюсь включать, они же сейчас прибегают со всей Одессы, елки-палки. Слушайте, что же это? Да сколько можно уже? Эх ты, да давай готовить, успокойся ты, елки-палки. Получи, ёшкин ты кот. Сереж, нам еще знаешь, что на Староконке надо купить? Что? Птичку. Какую птичку? Какую птичку? Ну, птичку, которая поет. Канарейка? Ну да. Как у нас есть район 2? Угу. Так мы с тобой собрались это сделать. И что? Ну, на новом рынке, помнишь, где мы покупали? Да, и не сделали. Уже сразу обученные. Так купим, елки-палки, слышишь? Пока птичку не купили, я тебе спою. Соловей ты мой. Давай. Мы долго были в плавании, мы долго шли сюда. Болтала нас беда, качала нас вода. Но все чужие гавани, чужие города на сердце не оставили следа. Позвольте мне побыть вдвоем с Одессой. Мне нужно ей так много рассказать. Опять иду по лестнице воспетой, а эскалатор оставляю в стороне. И весь бульвар над ним большим букетом Одесса милая протягивает мне. Ее походка так надежна и легка, ее улыбка всем понятна. Не зря фальшивишь. Учила море моряка Одесса. Браво! Не надо мне такие слушатели. Хорош. Чего? Ну я что, певец, елки-палки. Я что, выступаю где-то, там, голос краины, там, звезда таланта, елки-палки. Оно мне надо, есть такая передача, понимаешь? Ё-моё, ну что ты меня судишь? А тебя ж приглашали, Сережа. Ну я же не пошел. Не пошел. Потому что не певец. Мы долго были в плавании, мы долго шли сюда. Болтала нас беда, качала нас вода, и все чужие гавани, чужие города на сердце не оставили следа. Люди мне уже аплодируют, а ты стоишь, мне фукаешь. Марат. Позвольте мне побыть вдвоем с Одессой. Мне нужно ей так много рассказать. Говорить. Опять иду по лестнице воспетой, а эскалатор оставляю в стороне. И весь бульвар одним большим букетом Одесса милая протягивает мне. Ее походка так надежна и легка, ее улыбка всем понятна. Не зря учила море моряка. Одесса будет ждать наверняка. Братик, спасибо тебе, родной. Ё-моё, красавчик. У меня все-таки есть аудитория. А ты мне, Катя, больше? Меньше. Не нужна. Снимай молча, елки-палки. Ты что, фальшивый? Марат, ну все уже, хватит, не расходись. Он тональность просто. Подождите. Ну что, да я вас умоляю. Да, да мне не надо, блин. А вы видели вчера, как он спел дома с девочками, когда Миланя в черного лебедя оделась, а Ульяна в белого? Нет. В Инстаграме. Да как вы не видели? Там... Он так спел, что я ему говорю, смотри. Слушай, говорю, я стала пересматривать, а у вот меня вот я всех аж... попрошу сейчас, милый. Аж в душе так ёкнуло. Так серьезно? Вот он спел, да. Милые, любые, добрые наши подписчики. Подписчики. Милости приглашаю вас в инстаграмчик. Подписывайтесь на Липованчика, и будет вам таки счастье. А ты можешь отписаться. Потому что ты не сотришь, а я же там для тебя стараюсь.
Эшо, я варясай, матанто тант. Я не хочу сильно орать, потому что начнут сбегаться коты, понимаешь? Ты думаешь? Ну да. Кому-то же должно нравиться мое вот это оранье. Подумают, опача. Весна наступила. Весна наступила, да. Яйца набубенили, короче, и давай тут ходить. Да не, вроде не на... Бросай права. Закипело. Марат, что ты опять напрячешь в своем кармане? Да ты что? Не, сейчас станет потеплее, все будет нормально, елки-палки. Ах ты что, ты что? Ну погода хорошая, правда? Хорошая, хорошая. Ты что? Так что я вас не зря вывела в люди. Ай-яй-яй, тоже мне. То как сидят это? Там в деревне. Собака-поводарь, понял? Оселились там и сидят, не двигаются ни вправо, ни влево. Ни пенделя мне не выгонишь. А там хорошо. Омлеты, утки жарят. Там по-домашнему. Ой, Марат, мы вчера эту утку, когда кушали, вспоминали вас. Вкусная? Очень вкусная. Не то слово. Так это Серега замариновал. Не, правильно. Ну, блин, в пиве, елки-палки. Не, а я знаю, что прочитал, но это мы другим рецептом бахнем. Ребята, комментаторы, спасибо огромное от души, что пишите. Надо ж было ее в этом пиве сварить. Понял? Именно в этом цимесе. Как вариант. Ну. Сварить. А чего ты, ешкин ты кот? Никто никогда в жизни так не делал. А там еще тебе написали, что надо пиво экономить. Надо было взять вот этот рукав и туда залить. Я еще раз говорю, спасибо вам огромное. Вы слушаете, вы пишете, все мы там читаем и правильно таки вас понимаем. Так что как это? Спасибо вам, еще как минимум два рецепта родилось. Да. Покажите, что у вас там в казане. А что? Цибуля плавает, и посмотри, как Катюня, елки-палки. О. Ты можешь не мотылять ее? Болтала нас беда, качала нас вода, и все чужие гавани, чужие города на сердце не оставили следа. Позвольте мне побыть вдвоем с Катюней. Мне нужно ей так много рассказать. Опять иду по лестнице воспетой, а эскалатор оставляю в стороне, и весь бульвар за ним большим букетом. Катюня милая протягивает мне, ее походка так надежна и легка, ее улыбка всем понятна. Хотя не улыбка, а ржание вот это. Ржание до узнаваемости у нее уже очень приятное. А что ты возмущаешься, уже... я не могу понять. Я не возмущаюсь, а просто говорю, что тебе люди узнают по смеху. Хорошо. А я милого узнаю, да по хохотанию, хохотанию, по хохотанию. Фишка у нее своя. Согласен, согласен. Она же меня на эту фишку и... Там люди пишут, смейся, Катя, смейся, дорогая. Смейся, наша любимая. Все правильно пишут. Так, что еще? Так, чесночки пригодятся сюда к изюму. Пусть полежат. А перцы ты отборные сегодня взял, ё-моё. Славика, наверное. Что мы с тобой, блин. Шикардосина такая, что мама дорогая. На сколько ты говоришь? На 4 части пахнет. Все, отлично. Так, жук. Все, сарпанджа готова. А что такое сарпанджа? Это гафур, так называет канал Хлебсоль. Вот эти вот части. Что там продают? Ребра с мясом. Шо-шо? Картошку продают или молоко? Там уже покупают, я не знаю, холодильники, батареи, там старые микроволновки, всякую ерунду. Это же Одесса, тут могут и ножи точить ходить. Да. Да? Кстати. С колесиком таким. Ой, 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 ой. Что, свело что-то тебе? Брейк показываю тебе, это не свело. Это не брейк, это... О, как у тебя хорошо получилось. Серьезно? А ну еще разочек давай. Как будто бы Марат за стеклом, нормально? Да ладно ты, что ты как Марат, это, елки-палки? Он у меня талантлив во всем, вы видите? Конечно. Я даже это понял. Да? Эй, Марат, ну красивая, приятная, пахнущая цибуля. Ты уже или налей зигер, или давай я ее выловлю. Это просто праздник какой-то. Можешь выловить, да. Все. А вот ты знаешь, Сережка? Не знаю, оно рассказывает. А вот мы когда познакомились с тобой, ты такой был весь скромненький, такой молчаливый, такой весь это самое... Опять она тебя троллит. Нет, она не троллит, она себе цену набивает. Типа, ты что, я ювелир, короче, из такого гранчика именно бокала? Чеканила, елки-палки. Неправда. А, ты не это имела в виду? Это знаешь, когда вот камушки достаешь, они такие не блестящие, а ты вот можешь разглядеть в этих камушках. Вот, ну, я то же самое сказал, только немножко другими словами. Про кого?
Про тебя. А что это, ты меня не выбирал? Ёшкин кот, слышишь? Ты, мы сегодня плов снимаем или родословную нашего происхождения, ёлки-палки? Как мы друг друга? Давай, Мара, делай ты. Ладно, хочешь я? Ты что, не маловато, нормально? Все, да. А вы уже вылили половину? Зигерочек? Да. Нет, это бутылочка 250 миллилитриков. И теперь мясо туда? А мы именно половиночку. Джбуль, давай, сейчас мясо будет коричневое, такое красивое, надо да? Нагреться. Пусть нагревается, пусть нагревается. Смотри, уже как заводится, а? А, хорошо пыхтит, ёлки-палки. Дрова какие-то бронебойные. Они очень долго заводятся, но хорошо держат температуру. Не знаю, что за порода, но там валялась. Ну что? Аж все, мы готовы. Ё-моё. Мараджан, давай я кидаю вот эти вот. Как ты их назвал? Шикарно. Мараджан. Нет, вот эти штучки. Мясо. Да нет. А, о, сарпанджа. Ой-ой-ой-ой-ой, посмотри на этот цвет. А я не мешаю. Марат, половину от этого? Да. Давай, родненький. Мурки упала. Зовите Мурку. Она там лежит возле печки. Не до вас ей. Все, не мешаю. Марат, там что-то выглядывает, как будто бы там... Что, ты решил все? Ох, ты сегодня угорел. И песен, что ли, мы их переслушал? Волочага. Разошелся, да? Да так и надо. Хорошо, так. Только не мешать. Уже казанчик завелся. Вообще даже не мешаю, не мешать. Очень круто, очень. Ты что, с морковью воюешь? Перегружаемся. Не, ну что было удобненько уже. А что ты сегодня нарядную кепку обул? А в какой я? Обул. Дочь учителя. Да? Ну, Марат, ну хоть вы уже, елки-палки, а? Катя, да потому что у меня куплеты марятские с утра в голове были, вот я так, чтобы соотношение было. А ровное. Вы знаете, он был в подобной, только такая летняя у него была в сейчас, Турции. Чуть-чуть потеплеет, извини, что перебил, и мы будем вдвоем в таких. Его везде нет. Пропускали, моряки, Марат. Капитаны, и снова вдаль. Беленькая. Говорили, да, капитан, капитан. Зовет и манит девятый вал. Да. А когда мы на этой Мазде вот с таким клиренсом ехали вот это в горы, искали турецкую Швейцарию, так мне вот тебе не на новом Лексусе? Так мне вот те гиды на джипах, которые не могли меня обогнать. Крейзи капитан. Крейзи капитан, говорит, крейзи капитан, на такой машине туда нельзя ехать. Но мы таки доехали, мы таки нашли. Это было удивительно. Кому интересно, расскажи, что можно посмотреть, что мы это сняли. Ребята, есть, да, плейлист. Я уже многим говорил. Это, как это, вот просто чисто душевные видео. Там 33 или сколько видео в этом плейлисте, так и называется. Румыния, Грузия, Турция. Так что заходите, смотрите, и будет вам таки счастье. Тепло, хорошо. И такие красоты понаходили. Там есть даже, так, Марат, немногие турки знают, что у них такое есть в Турции, то, что мы там понарыскивали. Это турецкая Швейцария, это вообще просто, не знаю, ты выезжаешь в шортах, а приезжаешь, именно такая красота. Снежные шапки, горы, козы вот такие по пояс высокие, с бородами бегают. Прелесть, и все это в тумане, это даже не тумане, а облака заходят, уходят, короче. Очень красиво. Там чего стоит только этот Немруддаг? Гора, вот на которой сфинксы вот эти вот стоят. Да какие сфинксы, там статуи? Ну, статуи, короче. Сфинксы. Сфинксы это... Ну, там Афродита, Армагеддон, да, короче, да, там о, все. Все, все, лучше посмотрите там. А рядом сфинксы, что? Побей немножко мне кориандра, топориком прям. Прям, чтобы он просто лопнул. Прямо здесь в пакете? Ну, да. Так я его сейчас стравлю ему этот кислород. Ага. Вакуум сделаю. Сегодня снег обещали? Да. Там вон и овес завалялся. Для меня, наверное. Это не овес, это шо? Оболочка от кориандра. А, ладно. А я уже... Размечталась? Размечталась, да. Дома поешь, не раскатывай губу. Слушай, Марати, как получается. Ой, обалдеть. Ага. Ты что, прямо вот такая вся ступка. Александр Галушка, кому нужно? Что, звонит? Да, в Микуличино остановиться негде, пожалуйста, обращайтесь, я отвечу. Хорошо, Сереженька? Ну, конечно, Васильевич, ты что, аж бегом отвечай. Алло, ответьте кто-нибудь. Отвечай, Марат, ты отвечай.
А ну? Алло. Марат. Василий Рябленький, здравствуйте. Не-не, мы тут как раз, ты попал в прямой эфир на съемки. Так что себе можете привет через трубку помахать. Василий, Леночка, ты что, лучшее родной, место, елки-палки. Хорошо, хорошо, обнимаем тебя, да, да, давай. Сейчас перезвоним тебе, чуть освободимся, перезвоним. Ага. Сразу же. Люблю, целую, не буду мешать. Это мой телефон, Маратик, давайте. Классный голос такой давно не слышал, приятный. Ага. Слушайте, ну так, когда ж мы уже... Мешаю. Мешай, конечно же. А ну покажи, что ты там будешь мешать. Не-не, ты мешай, просто людям покажи. Я-то уже видел, Катя. Да стань ты нормально, да займи ты позу, елки-палки. Я же левша. Марат, ты помнишь, да, как этой лопаткой аккуратненько надо мешать? Молочага. А тебе что-нибудь там пошукай красивенькое, подними, пусть Катя людям хоть прелесть эту передаст. Чтобы у людей немножко от этого видео слюна потекла. О, а то скажут, что вы там готовите, туман один. Боже мой, как красиво. Мясо сочно, вкусно. Ой, как я отвыкла от этого. Кошмар. От чего? Что случилось? Глаза щиплет. Ой. Да, Сережа, аж прям слезы потекли. Что? Привыкла дома на кухне вот это стоять и снимать? Хватит долбить. А мне понравилось. Это просто шикардос. Я хочу, чтобы до одной бубочки все разошлось. Все. Вот это специя. Ты хочешь ее уже? Нет еще. Ой, Марат, прямо я тебе говорю, именно масло масляное. Там молниеносно. Любимая моя специя. Любимая моя. Во все ее пихает. Любимая моя. Да? Да. Вот. Омлет приготовили Свете с утра? Нет, Света ушла раньше меня. Без яиц? Эх вы, Марат. А ты, да. А что, вы сейчас туда добавлять? Лучок будете? Цибуля. А потом морква? Да, потом рис, все, и плов готов. Вот так хорошо. Все быстренько готовится. Да шучу я, шучу я, повозиться надо. Марат, я тут разглаживаю, да. Потихонечку. Первый раз зира пошла. Сразу на лучок. Перчик, не вижу, Сережка, перчик. Маратик, не черного не нету, черный будет перчик. Белый. Будет еще будет. Лучше. Да. На, подставь ладошку, что ты мне сказал сколько, потому что... Да. А мы его искали. Белый, он очень вкусный. Мне кажется, что он крепче, чем черный. Рыбу готовили раз пять, искали белый перец. Там у нас дома. Да. Я был уверен, что я его перевез, а он здесь оказался. Ай-яй-яй. Ладно, теперь точно чуть-чуть буду знать. Кориандра. Давай, заваливай там специями потихонечку. Вкуснячими. Крахмал у меня есть, хочешь добавим? Что тут что осталось? А нет, тут еще много полезного, елки-палки. Тут готовить и готовить. Так ты же вроде не, как это... Не уезжаешь никуда? Да нет, и нет, слава богу. Уезжайте, господин. Могу. О. Я вырос, я дома. Короче, маленькое вот такое вот заведение для тех, кто не видел, как внутри. О, Ника. Ха, хорошо ты гостей встречаешь, да, с кочергой. И молодец, да. Подарил на Приморском бульваре для него. О, опять чайник покупает. Ёлки-палки, да успокойся ты уже. Не, чайник зачетный. Свой парень. Пошли там что-то Марат, наверное, зовет. Свой парень. Что ты стоишь, ничего не делаешь? Ох, как красиво, Марат, сдалека, обалдеть. Ё-моё. Шедевр, давай, что там осталось? Мы поджарили немножко с мясом, буквально 700 грамм морковки и 4 килограмма мы сейчас опускаем в наш зервачок. А ты что? Вот о, вот это красиво, вот это красиво! Марат, отойди со своими красивыми еврейскими ручками, не мешай. Ой-ой-ой! Больше мы мешать плов не будем. Рыжий казан. До готовности. Еще чуть-чуть зиры прямо на морковочку. Давай, давай, не жадничай. Обязательно. Ага.
Куда ж ты без зиры? Все в деталях. Как он трет, как он трет. Ай-яй-яй, как это пахнет. Марат, как это шкварчит приятно. Да, еще немножко. Просто какой-то оркестр. Все, пиццаливай. Ну все, это уже почти финальная стадия зервака. Сейчас заливаем водичкой и ждем. Да. А потом минут за 20, да, до приготовления зальем рис. Да. Вот этот вот шедевр теплой водичкой. Подсолим его на 4 килограмма, 4 столовые ложки соли сюда прямо отправим. И будет нам рассыпчатый. Вот как сейчас, только уже со вкусом мяса. Ребята, редкие кадры. Еврей работает, смотрите. Там водички не жалей, если что надо, еще найдем. Бутлированная, тарзианская. Ух ты, блин. Вот больше не надо. Ладно, хорошо, не будет. Прикинь, как точь-точь. Вообще именно идеал шикардос? Да. А ты что? А пламя как прорывается. Давай. Все, я думаю, посмотрим, как пойдет. Я думаю, даже после закладки риса мы воды больше не добавим. Вот это у нас будет зервачок уж. Все, вот так вот работает маэстро, видите? Я же не обманывал про твое рукоблудие, потому что оно именно весь рецепт в этих пальцах. Все. В рабочих. Ждем закипания и убираем огонь. Все, я сейчас... На меньше среднего. Я накрываю. Да. Все. Вот так вот выглядит будущий шедевр. Шикардос. Ну что, идем по 50, по 60, по 70. По 75. Давай по 75. Оператор уехал, я можем сейчас и по 125 бахнуть. Ребята, всем крепкого здоровья. И приятного таки аппетита. Мараджан, ну сделай шикарный кадр. Ага. Опа-на, вау. Ой, боже мой, ты шо? Опа-на. А ты раньше не у Аллы Пугачевой работал, когда выплывает из тумана вот эта вот песня там это была? Ребята, зервачок закипел. Ага, бачим. Опускаем туда чесночок. Давай. Хаотичное как-нибудь, да. Я так на глаз, потому что видно мало чего. Да, у тебя же на ощупь все получается. Ой, как мне нравится. Да сам балдею. Два перчика наших красавчика. Ай-яй-яй-яй. Все, теперь мне нужна ложечка. Чтобы на попробовать? Чтобы на попробовать. А вот наверху есть поломанная, бери. Беру. Ну, поломанная не дырявая, просто ручка короткая. Да. На соль, на специи. Ага. Как зервак? Великолепно. Вот все именно... Блин, угадал просто. Да я не сомневался, нет. Все, я накрываю крышечкой. Давай, давай, делай все, как ты любишь. Где моя тряпочка? Ага, короче, важная информация. Плавоведы поймут, все остальные послушайте. Барбарис красный, прекрасный. И барбарис черный. Вот его добавлять надо непосредственно перед закладкой риса. Черный, а уже потом на рис красный. А я как сказал, Марат, что память у меня хорошая. Все, да? Отлично, правильно. Так, изюм мы потом туда бахнем. Курага зачетная, ты посмотри, что за цвет. Ё-моё, ослепительно, боже мой. Ну, природа, конечно, такими цветами одаряет. Можно я вместо Кати сегодня буду? Ты что, тебе можно? Ты же не Катя. Вкуснячий? Вкуснячий. Сколько там минут нам еще этот? Минут 40, не больше. Да? Опять минут 40? Что за плов такой? Начинали минут 40, заканчиваем минут 40. Потому что шедевр готовим, да? Да. А он как это, времени не имеет, как и цены. Просто бесценен. Вижу, чую, пора открывать. Ага. Да ты шо, Катенька? Да тут я, тут, Сереженька. Да тут ты, ты, елки-палки. Посмотри, какой красота. А? Ты прям как Magic Man. Теплая атмосфера, да.
Марат, ничего не видно, но я слышу, что там полный порядок. Я чувствую. Да? Что, да. Вот это вот? Вот это вот. Изюм и тот, и тот? И тот, и тот. Смотри, какой хороший. Да, крупный взял сегодня. Да, шикарный. Бомба. Слышишь? Он еще раскроется, как виноград. Да, я только хотел сказать, что у нас сегодня это не просто плов, это еще какая-то пластическая у нас с собой поликлиника. Ну, обращаются же там люди, когда уже там поморщенные, понимаешь? И с них сделают опять нормальные. Так что мы сейчас тоже из этого сделаем нормальные такие красивые губы. Ай-яй-яй. Ребята, чтобы у всех, как это, блестели. И набубененные были такие. Как у моей Катюни, да. Как у моего Сережки обычно. Да блин. Набубененные. Даже комплимент тебе не сделаешь. Бубенчики. Сразу. Так, и это тоже, да? Все тудой. Скажи мне, что там по времени, не пора мне там идти рис мочить? Да, уже пора. Пора, да? Аккуратно. И что, опять закрываем крышечкой? Пока нет. А, понятно. О, тихо. Ладно, убери сокиру, а то ну его в баню. Чтоб я сейчас себе брови не подровнял. Замачиваем рис. Что? Наклейка уже прогрелась. Ты посмотри, я уже и дверь наполировал. Сейчас наклеим. Давай, смотри мне. Ну, какая, слушай, тяжелая дверь. Так. Ребят, это лазер. 20 минут замачиваем его. И хватит. В теплой воде с солью. Все, я убежал поближе к тепленькому. Все-таки там Ника возле печки. А мне что делать? Стой с холодным Маратом. Теплая Ника, Ника. Марат холодный. Марат, мне иногда кажется, что он вот эти свои железяки любит больше, чем меня. Ну, по крайней мере, меня он так не натирает. Потому что... Что потому что? Он молчит, а ты не молчишь. Ну, я попробую помолчать, посмотрим тогда. Вот ты ее, Серега. Я только... Да. Я только соберусь... Надери меня уже, в конце концов. Я только соберусь себя повернуть ее. Когда ты начинаешь разговаривать, так у меня сразу все желание отпадает. А он, смотри, его сколько не полирую, все молчит. Шо? О, Мурочка. Готово? Мурка, о. Привет. Теща, привет. Иди сюда. Или как тебе? Звезда. Она не любит мясо. Ты, конечно, хоть она, ей... Она по рыбе. Она по рыбе, сейчас да. Там карасем пахнет. Видишь? Ребята заказали. А ты что, не знаешь? Она не любит мясо. Слышишь? Вот это да. Мы кошку переучили, елки-палки. Ты что? Сами, говорит, кушайте вот это. Мурочка, кстати, сын ее тоже. Не любит мясо? Он не по мясу, да. Но он только чует рыбу. Ммм. Все, нормальная липованская кожа. Что ты там уже? Да я в тепле держал наклейку. Давай. А кто тебе помогать будет? Не-не. О, сейчас они... Катю держи, елки-палки. Не, мне надо ровно. Катюша, давай. Ну я могу отключить пока. Да-да-да, отключи, давай же прибацаем. Катюня, как смотрится? Шикарно. Шикардос. Двери открыл, двери закрыл. Ага. Держится? Ну, мы с тобой, смотри, какие рукастые. Марат, ты видите? Все, бросаю карасей, в тюнинг пойду. Зря бегал за карточками. Да ладно, обошлось. Долларовые, евро. Без карточки. Да мы же бесплатно это делаем, елки-палки. Шо? 6 минут, и мы засыпаем рис, ты можешь уже идти. По моим часам я уже через 3 минуты должен его принести, так что я иду... Промывать. Я могу зайти погреться 2 минутки? Зайди, погрейся. О, спасибо. Миссия выполнена. А это наелось мясо и сидит, смотри, ты видишь? Смотри на ее шерсть. Красотка? На пианиста ждет. Ты посмотри, какая она красивая. Зимняя, хорошая, кошка. Кацуня, кацунечка. Это не едят. Заходи сюда, не выключай. Захожу. Иди, здесь тепло и музыкально. Ты что? О, люди, видишь, на плов, на карася и на банкеты все идут. Ребята, и вам таки сюдой. Фотоаппарат есть. Ты ролики помнишь эти? А там Костик, уж он отчаянно богат. Висит. Кто, Костику тот? Да. Харьковский кондиционерчик. Ага. Костик. У нас в Одессе это не едят. Они едят, у нас и плов, и карася, все едят. Что, я за рисом, да? Кто крайний? Да. Понеслась. Промыл? Я тебе сейчас такое покажу, ты обалдеешь. Да я уже все видела, Сережка. Зачем ты меня не все. Смотри. Как не все? Вот не все. Ладно. Здрасте, здрасте, здрасте. Ё-моё, Марат. А вы речь удивить меня. Винилы не такие белые. Ой, винилы. Как это что во рту называется сейчас? Да. Винилы? Да, виниры. Виниры не такие белые, как этот рис. Красивый, слушай. Да великолепный. Все, доставай потихонечку. Посмотри, я балдею.
А? Просто фантастика. Ой, как я по нему соскучился, по этому лазеру. Маратик, сегодня две порции твои. Что ты говоришь, доставать? Доставай перчики, доставай чесночок. Бач, какой красавец. Так, чесноков сколько, 6 было? Похоже. Перчиков 2. Перчиков помню. Так, чесночки 3, 4. Так, вот второй перчик. Красавчик. 5 и вот 6. Ура! Все, я в этом тумане нашел дорогу к перцу. Ваше Величество, можно? Можно. Вы сами или я сам? Да. Здравствуйте, здрасте. Салют. Мараджан. Ага, здоровенький был. Плов сегодня будет. Да, будет. Да, да, вот через час уже будет точно. Меньше даже. Меньше даже, чем через час. Ага. Что ты хотел сказать, единственное? Ты единственная. Моя! Да. Нет, не то? Иди, сделай мне щепки прям такие небольшие, чтобы огонь сейчас сильно поднять. Ай, он как этим, как будто мясо рубит, да? Да. О, то, что я хотел. Хватит? Да. У нас же печка дома, Марат. Топор Николаевича, ёшкин ты кот. Так. Катюня, печка у меня не только дома, еще и в душе, елки-палки. Я же вырос с печкой, поэтому у меня с дровами. Боже, какая хорошая наклейка, я тебе говорю. Уже надо? Да. Чтоб они уже потихонечку, да? Да. Заводились. И вот на этих дровишках мы и доготовим. Все, я думаю, что хватит, потому что будем еще бычковать. Теперь-то могу? Можешь. Фунь. Стоп. А, вот тот секрет, который ты говорил. Давай ты сам. Черный что барбарис это? Перед рисом, красный барбарис на рис. Да? Барбарис на рис. Это прям такие нюансы. Катюня, а ты знаешь, чего барбарис красный? Чего? Не дозрел. Чтобы плов получился прекрасный. Смотри, как красиво. Ты видишь? Все, Катюша, отойди со своей красотой. Ну ты давай засыпай, я буду здесь стоять, а ты сыпь. Ладно, ты ёшкин, ты кот. Погнал. Давай, гони. О, ты понимаешь? А что, кучками надо? Могучками. Слушай, ты человек, который сняла как минимум у нас на канале... 48 плов. Сережа, я этого не помню. Чуть не ругнулся, там больше 30. Мне есть о чем думать, слушай. Рецептов за плов. Неужели я буду про ваши кучки думать? Ладно, не думай. Вот и именно. Вот за это я тебя и полюбил. За то, что ты не думаешь. Да ладно. Да шучу я, она у меня то еще та. Я же сказал, что еще в начале видео. Вот умная у меня женщина. У нас просто в семье каждый за свое думает, Марат. Ага. И все нормально тогда. Правильно, полноценная семья. Да, да, да. Отлично все. Ой-ой-ой. Прямо с водичкой можно. Давай, прямо сейчас с водичкой. Сейчас все будет, Сережа. Нормально, шеф. Не стесняйся. Но я думала, ты не будешь туда, вот в эту дырочку. Ты ошибаешься. Ты меня плохо знаешь, Катюша. И туда я тоже буду. Елки-палки. Ай-яй-яй. Ой, тут у вас так тепленько, хорошо. Вот вы меня сразу сюда поставили. Ну, а что ты там стоишь, как на отшибе, вот это, как это, как ясень или балясень? Что у вас там? Зира. Третий раз уже. Угу. Клу-к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 лу. Так курочек зовут или как там? Так, зира ушла, красный барбарис. Красный барбарис. А, у вас сегодня и черный, и красный? Я же тебе сказал. У нас сегодня праздник, да. С барбарисом не перебарщивайте, ребята, может дать сильную кислинку. Давай, Сергей, иди, мешай. Сейчас я... постой, маэстро, у меня есть специальная поварешка. Я хочу тебе вот так вот разгладить, а дальше танцевать будешь ты, потому что это... Как это? Для вот этого действия я это еще... Это танец одного актера, я да? еще сам не заслужил, да. Надо какой-то там зеленый пояс по плову иметь. Все, родненький, твой выход, бери, танцуй с ним. Ребята, огонь самый сильный, который у вас есть, на чем вы там готовите. Самый сильный огонь. Даем рису немножко вот в этом зервочке. Прямо окунуться. Потанцевать. Потанцевать, да. Сережка. Что? А ты помнишь наш первый рис, который мы с тобой вдвоем готовили? Ой, этот плов. Я помню. А это что, на видео попало? Да. Серьезно? Ну ты помнишь? Ну, и что люди писали? Тогда больше всего тебе писали комментариев, что ты тракторист. Нет, так я просто помню,
что когда я к тебе пришел, я тебе сказал, что больше плов ты не готовишь. Сережа, плов ты сделал неправильный. А ты меня спросил, а ты умеешь делать плов? Я сказал, да. И с тех пор мы стали вместе готовить. И вот первое видео после привоза, это был плов. А там, кстати, люди спрашивали вот недавно, шо? Какое было первое видео, которое вы приготовили с Маратом? Плов. Да? Плов, конечно. Ребята, вам туда же на канал находите плейлист. Плов. Как приготовить плов, да, и заходите. Ой, там много пловов, так что ищите. Да, не, а что там, как это, отбил, здравствуйте вам, здрасте. Как это, отбил себе по числу подать и начинаешь с первого видео и смотришь. Целую неделю плов смотришь, представляешь? Да ты что, а есть такие, что и за день могут все это посмотреть? Что вы его хлепаете? Нет, ну он, да. Потому что он так сухо шлепает, мы немножечко водички сюда добавим капельку. Да, немножко добавим. Буквально чуть-чуть. Хотя, может, и... Пусть добавим, он сейчас добавим, насытится, да? Буквально чуть-чуть добавим. Вот, видишь, сейчас начинается. Слушай, вот это целая вот именно... прямо, да, вот это вот? Вот это, да, да. Это именно есть целая наука. Аккуратно поиграться давай с рисом. Сережка, давай. Буквально. На этот казанчик, на 4 килограмма риса, ребят, литра полтора водички добавим. Все. Сейчас Марат, когда уже там поиграется и будет пошлепывать, и уже по этому звуку определит. А, по звуку? Именно по звуку, да, чтобы он не сухой был и вот слегка пошлепывающий такой, знаешь. Прекрасный огонь, мне нравится. Это, знаешь, как этот... Как по попе после бани вот этот вот. Угу. Шлепаешь? Не знаю. Она еще потеет? Не знаю, как это. Оставляем на минутки три. Расскажу тебе. Побулькать. И? И потом играться опять. Он сейчас везде должны булечки, вот так вот везде про... Пробиться, да? Пробиться, как да. Гейзеры такие. Покувыркать рисинки. Слушай, ну на это хочется молча смотреть, на самом деле. Просто прелесть. Единственное, Марат, что у нас до сих пор нет, так это вот маленькой вот этой лопатки, как у узбеков. Понял? Они вот таким вот, такой себе как шпателечек такой. Ну, удобный, потому что это с большой ручкой, а остальные я уже увез туда на дом. Да, да, так что нормально. Удобненько. Ну, понятное дело, тебе ты и лопатой совковой, и снегоуборочной справишься. Ну, это же удобно. А, кстати, там у нас же у узбеков внимание этот лопаток там всего наверняка такого. Наверняка есть. Да? Наигрались, мальчики? Маратик. Ой, как наигрались, Катенька. А ну покажи важный момент, показатель. Дырочку? О, да, видишь? Что все? Жидкости почти нет, ребят. Вот на сухую, видишь, вырывается гейзеры? Остался один зервачок там. Чуть-чуть. Буквально, Серега, все, туши. Уже? Бычковать? Уже бычковать. Давай, ты что, это сейчас красивейший момент а будет. А не будете закрывать крышкой? Мы закроем, сейчас сначала забычкуем. Сначала разожги, потом забычкуй. Во-во-во. А? Красиво? Красиво. И я с баклажкой такой весь. Все. Сейчас, еще немножко, чтобы оно у нас... Опача! Вот так вот. Возвращаем чесночок. Духовку закрыли. Перчик. Аккуратненько хлобысь, чтоб он только не лопнул. Хлобысь. Так. Прям хочу, я так соскучилась. Я. За вкусным пловом? Ага. Слышишь, а где еще в Одессе можно поесть, елки-палки? Так, сейчас и поедим. Кива. А, так как где? Он, где? У нас тут. А, красота. Где наша волшебная? Так, полотенце. Да. Полотенце на базе. Ага. Так, это вот есть. Бери крышку, переворачивай. Я там, вот где ты там есть? Накрываю. Ага. Давай. Отточенными движениями. Сколько он минут там? 25. Все, отпускай, я уже сейчас пойду накрою. 25. На выключенном огне, да? Да. Все. Упаковался, родненький? Тихо, не ругайся. У казана остаточная.
тепло. Слышишь, то у этого еще еще полдня работает, да? Давай ему там и забрал это перекрою, чтобы уже, ой, то, что было. Так, что я, как обычно, сейчас пойду немножко отмоюсь, да? А я погреюсь. А ты иди погрейся. Угу. Все, ребята, вот так вот готовится плов. Раз, два, песню спел и готово. Пожалуйста. Оператор, смотри, счастье случилось, елки-палки. Ребята, напоминайте, это от Наташи с Чернецов, да? Ты шо, смотри, вишня ручной работы, так что вареники будем лепить. Обалдеть. Наташа, тетя Нелечка из Одессы. Смотри, вот то, у вас замечательные дети, плиз. Я вот это вот искал, это я тебе говорю, таких мне даже кажется, на барахолке нет. Мне кажется, ты будешь коллекционером этих ложечек. А что, еще кто-то? А пригодится день. Никто не откликнулся. Вот это. Нет, нет, там еще есть у нас в Большой долине, да. Ты что, еще кое-что есть? Это мы принесем, спросим, знаете вы или нет, что с этим делать. Хорошо. Так как я говорю, мы знаем по-любому. А если не знают, то наши подписчики знают. Вот она, елки-палки, ты что? Хлобысь, хлобысь. Эх ты. Все. Ребята, спасибо огромное. Маме крепкого здоровья. Спасибо большое. Ты шо? Удачи вам. Ай-яй-яй, маманеля. Вот это то, что я говорю. На барахолке таких нема, понял? А есть еще, знаешь, такие, вот так вот целенькие до сих пор, здесь такие прорези. Маратик, есть разные. Да. Есть такая, как шумовочка, вот такая, вот точно так же краном поднимаешь. Ну, там размера. Еще какая-то приехала в долину с Белгород-Днестровска. Ага. И еще одна едет по почте. Я вам открою секрет. Одна моя. Договорились. Но выбирать буду я. Да. Блин, ты есть помидоры на собой? Не брал ты, не? Эх ты, елки-палки. Блин. Все, нафиг тот плов, едем домой помидоры доставать. Так ты плов едь нагребай. Да это же не про наше заведение. Я плов буду вот этой нагребать. На нас же люди жалуются, елки-палки. Ну невозможно столько кушать. Возможно. Блин, блин. Спасибо, маманеля. Так, на видное место. Куда? Я думаю, что если ты одну дашь на кухню, там тоже будут счастливы. Нет. Нет. Пусть мучается, руками достает. Тихо, тихо, тихо. Ну что там по времени, когда уже люди хотят? Еще 10 минут. Слышь, ну дай у пацанов зайду, спрошу. Что там, ребята, добавить вам острова? Не-не-не. Да? Давай, ты что, у него уже глаза не работают, а он все просит, ты понимаешь? Ай-яй-яй. Я ж стою, уже забыл, короче, где какие баночки. Марату говорю, ну давай, надо вспоминать, бери, лежи, короче. Говорю, только чуть-чуть. Как загнал мизинец, он сколько уже, минут 10? Марат, минут 10 прошло. Чего, а? Нормально, уже нормально. Хорошая, ты что, пацанам дал, да, двое уже не могут. Катюня? Ай-яй-яй. Понравилось тебе, да? Ты что, песня? Там, да нет, у тебя еще осталось, елки-палки, ты что, елки-палки? Хорошая, да? Ты что? Что там есть? В ней? Да. Это от Галкиных? Не, от Галкиных то другое, короче. А дайте от Галкина попробовать? Не-не-не, я обычную головку и давай, я сейчас от Галкина принесу. Это пацаны болгары, короче, с нашего Бессарабского края привезли. Да, да, наши, ребята. Мэйбрей крепкого здоровья. Стой здесь, я сейчас вернусь. Шо это? Карась опять? О, Лена. Сейчас он там захотел от Галкина. Где? Вот она. Смотрите, какая радость. Володя, родненький, твой выход. Открывай рот, я тебе накапаю. Или вот сюда? Не, сюда. Сюда же? Давай, тут этого. А это что? От Галкина. Это от Галкина. А ну пробуй. Бомба термоядерная. Еще? Это от американских болгаров. Не, это получше будет. А ну сделай чуть-чуть. Капельку карасиком. С этого спичечную головку и... И до конца вечера все хватит. Да, да. Прямо аж... Пробирает. Он, Марат, вообще заходить не может, потому что горит у него там все. Да. Не, вот это вкуснячая. Ну, начнем с того, что она сейчас на холоде немножечко спрятала свое действие, а когда в тепле, она раскрывается. Это еще и вкусное. Вкусное? Да? Да. А, нормально? Братик, давай крепкого здоровья. Родненький, кушай. Что, тебе добавить? Давай. Тебе болгарского или американского? Болгарского. Болгарского? Тогда я сейчас приду. Катя, выходи, не мешай людям кушать. Серёжа, неси два. Та ёшкин ты кот. Оператор, как я говорю, барабанная дрожь. Дробь. Да ладно, пусть будет дробь. Пусть дробь. Ну и рындани уже, готово. Да можете дашь. Марат, прям... её не надо, если ты хочешь
свистнуть, я тебе подарю. Аккуратненько, елки. Вот так вот, вот сделай правильно. Ребята, дуль два. О, свистать всех на плов. Ты что? Готово, свершилось, случилось. Так, это сюда. Да ты что, время. А ну-ка, аккуратно. Ай-яй-яй. И что? Ух, как запахло сразу. Ты что, ты что? Аппарат уже сразу же с ложкой идет. Ну, ты ему надо проверить, елки-палки. Это ж коруза среди пловщиков. Рассыпчатый. Ням-ням. Шедевр? А ну стой, да, я сделаю. Слушай, а перец как набубенился. Ну, на самом деле, он еще даже лучше, чем живой был. Шикарный вид. Ой, как вкусно, ребята. Как давно я этого не ел. Сейчас мы и твою мечту исполним. Какую? Ну, накормим пловом его. Ты что думаешь, что голодным отправим его? Хотя мы такие, что можем. Сережа, так, твой выход. Сейчас, а, я же хочу... Подорвать? Да. Так взорвать. Это называется? Ага. Смотри, еще живет, слышишь? Ничего не видно. Катя, понимаешь? Да тебе не надо гоняться за кадрами. Дай сейчас тут, не нарушая традиции, надо вот на горячую быстренько насытить его. Ай-яй-яй, Марат. Кислородом, да. Да. Вот так вот. Все, а там дальше сейчас и мясо пойдет, и морковочка. Вот все, что мы там добавляли, все на базе. Как его там? Откидывают в сторону, да? Достают мяско. Уже хочу. Уже хочу. Катюня, давай я стараюсь для тебя. Ну дуй лучше, интенсивнее, Сережа, интенсивнее. О. Да перестань, мне твои шутки в Одессе держат. Чего это? Да ну что это за шутки такие, блин? Я стараюсь аккуратненько. Я вообще ни капельки сейчас не шутила. Не шутила, да? Вот ни одной долечки шутки. С такой интонацией вот это вот не шутила она. Ай-яй-яй. Ребята. Положи уже Марату, пусть кушает. Нет, не Марату. Там, людей там люди ждут. Сколько уже пришло. Все-таки же не каждый день готовим. А ну стой. Марат, встань чуть-чуть в сторону, я хочу Кате дать попробовать. Не, ну как я должна попробовать? Не стыдно тебя там, нет? Нормально? Глаза твои бесстыжие. Ах, красота. Я не буду пробовать с ложки Сережа, с такой. Вот даже больше и никогда. Поняла? Вот даже если захочешь, вот мы вообще. Ну мы же для людей готовим. Как я должна была с этой ложки попробовать? Да шучу я. Ну, так вот попробовать снять шикарный кадр. О! Вот это да, смотри. Морковочка. Вот это раздевание пошло, да. Как это, или оголил? Ой-ой-ой. Смотри, это мясо, Кать. Марат, на, попробуй. Ты Марат. Посмотри, ты посмотри. В руках, а, как горячо. Отойди, Катюша. О, Марат, на, для тебя стараюсь. Целую пальцы холодным языком, давай. Сережка, ответь, там, наверное, вам по броне звонят, пожалуйста. Насыпай. А Катя говорит, накладывай. Ну ладно, буду по-твоему насыпать. Сумасшедшее мясо. Мягенькое. Песня? Угу. Ребята, смертельный номер. Не зубами. Слава богу, есть губами. Горячковато, да? Хватит тащиться. Плов остывает. Это же какое-то детское питание. Я у тебя украду. Доедай. Все, понеслась. Короче, друзья, от всей души, с хорошим настроением. Для вас, как обычно, исполнил плов Марат. Ну и я там где-то что-то пел и танцевал. Всем пока-пока. Чао. Муа. Очень вкусно. Ай, намар-намар, пападжаи. Ай, намар, чики-дым, чики-дым. Ай, намар. Так я все сделаю.